Свет не включен. Операция идет. Внимание, дети. Самая актуальная проблема в последнее время – это гибель и травмирование детей в дорожно-транспортных происшествиях на пешеходных переходах, как нерегулируемых, так и регулируемых. Поэтому родителям в преддверии школьных каникул в конце учебного года необходимо прежде всего напомнить правила пересечения дорог. Сам по себе зеленый свет светофора пешеходного не может быть гарантией безопасности. Водители – такие же люди, как мы с вами, они могут ошибаться, зазеваться, не заметить пешехода. Поэтому важно прежде всего перед пешеходным переходом остановиться, осмотреться, убедиться, что водители заметили и пропускают, и только тогда выходить на дорогу. Но даже при этом нужно постоянно смотреть по сторонам и контролировать дорожную ситуацию. Сейчас многие родители повезут детей к местам отдыха, и поэтому очень важно, чтобы дети перевозились по всем правилам в специальных детских удерживающих устройствах, подобранных согласно росту и весу ребенка. Кроме того, водители должны помнить, что даже взрослые, находящиеся в автомобиле, все должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Во время проведения СКМ «Внимание, дети!» обязательно передвигаться даже днем с включенным ближним светом фар.